Тем временем между Вашингтоном и Анкарой обостряются разногласия. Турецкий МИД вызвал на ковер американского посла в связи с заявлением официального представителя Госдепа США о непризнании партии сирийских курдов террористической. По словам Джона Кирби, штаты уверены, что ее члены эффективно борются с ИГИЛ, организацией, запрещенной во многих странах, включая Россию. Как вы действуете в ситуации, когда один ваш союзник считает другого вашего союзника террористом? Эта ситуация для нас не нова. Турция выражает опасения по этому поводу на протяжении некоторого времени. Мы не считаем Курдскую партию Демократический союз террористической организацией, но признаем мнение Турции, которая считает ее таковой. Даже лучшие друзья не должны соглашаться друг с другом во всем. Курды являются эффективными бойцами с Исламским государством внутри Сирии, и мы обеспечим им поддержку. Кто более эффективен в борьбе с ИГИЛ, курды или Турция? Каждый, кто сражается с ИГИЛ, по-своему полезен. Эти слова вызвали возмущение министра иностранных дел Турции. Как заявил Мевлют Чавушоглу, Вашингтон должен сделать выбор между его страной и сирийской курдской партией, которую Анкара называет боевым крылом рабочей партии Курдистана. Несколько дней назад с подобным заявлением выступил и президент Эрдоган, недовольный приездом посланника Обамы в сирийский город Кобани, подконтрольный курдам.